Погиб на производстве. Сегодня стало известно о чрезвычайном происшествии, которое произошло на предприятии строительной инновации в Бавленах. По данным Следственного комитета, 45-летний рабочий только в декабре прошлого года устроился на предприятии и прошел обучение. Вечером 22 января он зашел внутрь миксера, чтобы смазать маслом узлы линии, представляющие собой длинные металлические иглы. Но техника из Голландии, которой пользовались на предприятии долгое время, оказалась неисправна. Двери заблокировались, а оператор производства, не зная, что внутри находится человек, запустил миксер. Он запускает автоматический режим линии, и производство начало работать. Человек, находившийся внутри миксера, естественно, посередине вот таких длиннющих металлических штырей, получает мгновенные травмы, несовместимые с жизнью. Кто виноват в этой трагедии, выяснит следствие. К слову, за 2016 год зафиксировали 89 случаев производственного травматизма. Возбудили 8 уголовных дел. Это лишь официальные данные. Некоторые работодатели, по информации Следкома, пытаются скрыть подобные случаи.